Около 900 зареченских школьников во время летних каникул уже побывали в загородном лагере «Звездочка». Распорядок 21 дня, заранее спланированный педагогами, позволил ребятам отдохнуть, позаниматься творчеством и спортом, проявить себя в различных конкурсах, найти новых друзей. За два летних месяца было организовано 3 смены. Все они тематические и каждая по-своему интересна. Дети довольны, отдохнувшие, радостные, с положительными эмоциями приехали после 2 смен. Надеемся, что после 3-й смены будет еще лучше, потому что лето в самом разгаре. Сейчас готовятся к отправке в «Звездочку» еще около 300 детей. Финальная смена этого лета спортивная. Посвящена она будет чемпионату мира по футболу 2018. В основном в лагерь отправятся ребята, которые серьезно занимаются различными видами спорта. В их ежедневном расписании стоят разнообразные тренировки, время на отдых и обязательно интересные досуговые мероприятия. К группе спортсменов еще можно присоединиться. На сегодняшний день есть несколько свободных путевок. Причем, чтобы попасть в 4-ю смену, совсем не обязательно заниматься в какой-либо секции. Здесь ждут всех любителей активного образа жизни. Они смогут провести 21 день в лагере в своем ритме, либо присоединиться к одной из групп ребят, увлеченных спортом. В этом году у нас сформированы отряды баскетбол, бокс, карате, легкая атлетика фигурное катание, а также плавание и всестилевое карате. Те дети, которые едут в нашу смену и не занимаются никаких спортивных секциях, все равно, я думаю, что привержены здоровому образу жизни, занимаются спортом как любители и будут включены в отряд под кодовым названием «Спортсмен-универсал». В 4-ю смену в загородную «Звездочку» дети отправятся 6 августа. Для оформления путевки необходимо обратиться во Дворец творчества детей и молодежи. Выкупить ее можно даже в день отъезда. Скучно в «Звездочке» точно не будет. Елена Степкина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».